Мне сделали прическу. Сейчас будут меня будить. Я сделала даже последний. Только я не знаю, чем его закреплять. Без глазки. Мне сделали прическу. Очень красиво. Я хотела согласовывать мою одежду. Ты быстро. Олечка, поднимайся, пожалуйста, наверх. Снималась в проводнике. Здорово. У нас такая звезда. Ну, я знаю, все фильмы. Олесь, привет, поднимайся, пожалуйста, туда. Все фильмы с тобой пересмотрел. Смотрите, сколько костюмов у Хрюши и у Каркуши. Вот такой костюмчик, вот платьюшки такие маленькие, такие миленькие. Это новогодний какой-то. Это бомбер Хрюша, мне похоже, такой есть. Это рубашечка, это кофточка, это еще кофточка, это еще кофточка, это еще кофточка, это рубашка, это футболочка, это бомбер, это кофточка, а вот мое. А вот еще кофточка. Так много одежды, мне кажется, у Хрюши больше одежды, чем у меня. Доброе утро, девочки и мальчики! Привет, ребята! Помнишь, Мишутка, я обещала тебе научиться хорошо считать. Да, у меня скоро контрольная, надо подготовиться. Вот и подготовимся, и поиграем заодно. Ура! Я играть очень люблю. Так, рассказывай правила. Смотри, тут у меня было 4 цветочка. Один желтый, другой оранжевый, а еще розовый и красный. Но подул очень сильный ветер, лепестки слетели, и нам теперь нужно вернуть их обратно. Я понял. Вот они, эти лепесточки, да? Все разных цветов. Их надо по цвету подобрать, да? Да, а потом сказать, сколько лепестков на каждом цветке. Так, хорошо, я готов. Начинаем. Так, давай вернем на доску вот эти красные лепесточки. Давай. Так, вот один, вот два. Вот 3. 4. Пожалуйста. 5. Вот он. 6. Последний. Ой, целых 6 лепесточков у цветка. Теперь поможем вернуться на место желтым лепесткам. Ну-ка, Мишутка, помоги их отыскать. Так, сейчас. Так вот же они, прямо передо мной. Так. Тогда передавай их мне и считай. Угу. 1. Угу. 2. 3. Так, сейчас 4. Пожалуйста. У желтого цветочка 4 лепесточка. Отлично! Осталось помочь еще 2 цветкам. Так, посмотри, Алиса, рядом с тобой вот розовые лепесточки. Я буду их прикреплять, а ты будешь считать. Хорошо, давай. 1, 2, 3. О! У розового цветка всего 3 лепесточка. И теперь сосчитаем оранжевые. 1, 2, 3, 4, 5. 5? А можно мне посчитать? Конечно. Теперь считаем вместе, сколько лепестков у оранжевого цветка. 1, 2, 3, 4, 5. А у красного? Ребята, считайте вместе с нами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, 6. Так, а у розового? У розового всего 3. Да, вот они. 1, 2, 3. Ой, а у желтого? Так, опять посчитаем. Так, 1, 2, 3, 4. Ой, замечательно. Мишутка, ребята, вы такие молодцы. Так хорошо считали.
и поиграли, и контрольной, и я подготовился. Ой, оказывается, учиться это тоже интересно. Друзья, смотрите «Игроблог» на канале «Карусель» и узнавайте новое!